Привет, танкисты! В эфире 20-й выпуск «Пока все в танке». И он последний в этом году. Праздники уже на носу, а надо успеть наделать вкусно танков, найти маленькую Японию посреди Москвы, выбрать очередной счастливый шарик и вспомнить все. Самое интересное. Интернет такая странная штука. Тут у камня есть свой твиттер, у котов инстаграм, а уж ВКонтакте кого только не найдешь. От Юлия Цезаря до овощей. Так чем мы хуже? Ничем. Поэтому теперь в ВКТВ есть свои аккаунты в разных соцсетях. Подписывайтесь обязательно. И уж поверьте, нам есть что показать. Такого. За этот год вы сделали танки из двух десятков самых разных материалов, которых хватило бы на... космический корабль. Вы даже вырезали технику на огурцах и рисовали ее на кружках. Но новый конкурс будет исключительно творческий. Надо нарисовать мультфильм про кодекс чести настоящего танкиста. Готовьтесь. Просто готовьтесь. Где мы только не побывали за этот год? Не побывали в Париже, Сиднее и даже Сургуте. Зато с радостью отправились в Москву встречать японцев. Ходят слухи, что экипаж в этих танках – большеглазые школьницы в коротких юбчонках. А мероприятие посетил сам Годзилла. Чему верить? Узнаем из нашего специального репортажа. Мы находимся на презентации новой японской линейки танков. И у нас есть прекрасная возможность увидеть, что здесь происходит. Только я не готова, мне кажется. Теперь готова. Пойдем посмотрим. Близ Химмельсдорфа тигр хрипит, раненый в башню. Мой танк притаился в кустах акации душистой. Увидимся ли мы вновь на Гиббатор 98? Я сопровождаю Лиса, исключительно потому, что он из нас двоих, он больше танкист. Вот. Ну, по нему, в принципе, видно. Ему понравилось, он уже успел оценить. Доволен презентацией? Да, доволен. Но я боюсь женщин с белыми лицами. Просто готовилась к мероприятию где-то, ну, наверное, недели две по-хорошему. А как у вас получилось прийти в таком же платье, как у меня? А теперь подведем итоги нашего Санта-Танкуса. Вообще, за год наши конкурсы всем очень полюбились, и количество участников выросло на глазах. Так что мне пришлось днями и ночами пересматривать поздравления танка Клаусов, чтобы найти то самое. И я нашла. У нас два победителя. Пусть ширится и множится игра по всем фронтам. Разрабы пусть готовятся к заслуженным призам. Везет Wargaming имбочку для нас под Новый год. И рады будут имбочке и стар, и млад, и топ. И вот она, имбовая, на праздник к нам пришла. И много-много профита оленям принесла. С Новым годом! С Новым годом! Как же таких не наградить? Скоро в их ангарах появится новёхонький Е-25 и Су-122-44. Поздравляем! Ну а теперь наш новый конкурс «Позывной Оливье». Задание будет домашним, уютным и вкусным. В новогодний вечер каждый прошмыгнет на кухню и съест тайком ложку горошка или стащит кусок нарезанной колбасы. Но довольно скрываться! Выходите открыто, собирайте все, что видите, вареную картошку, соленые огурцы и делайте самый новогодний танк. Танк из праздничной вкуснятины. Подробности здесь. Ну а теперь время новогодних сюрпризов. С
Сейчас из этого волшебного барабана я снова достаю шарик с названием танка 7-го уровня, на ветку которого и будет скидка. Подробности, как всегда, по ссылке, а мы не теряем времени и крутим барабан. Итак, нашим сегодняшним счастливчиком или счастливицей стал Тигр П. А это значит, что в ближайшие 2 недели вы получите скидки на танки этой ветки и бонус к прокачке экипажа. Но это еще не все. Вы все еще можете поучаствовать в народном голосовании и сами выбрать танк, на ветку которого и будет скидка. А в прошлый раз вы проголосовали за немецкую ПТ с очень сложным названием. Так что в ближайшие 2 недели скидка распространится и на эту ветку тоже. Поздравляем, теперь вы сможете прокачать эти танки быстрее, а самое главное, дешевле. И, кстати, сейчас проходит новогодний марафон. Акций и бонусов очень много, и подробнее ознакомиться с ними вы можете по ссылке в описании. Но запомните, на чем бы вы ни играли, в какую-нибудь акцию вы точно попадете. А самых настойчивых ждет S6. Ну и, наконец, наша традиционная рубрика «Письма танкистов», где самые неравнодушные игроки щедро осыпают нас идеями, вопросами и пожеланиями. Уважаемые разработчики, почему бы не добавить в игру возможность с помощью дыр в своем танке увеличить обзор? Например, в меня очень сильно отстрелялись, и у меня в танке очень много дырок, и командир в них смотрит и видит больше. Идея очень интересная, но когда мы стали задумываться над ее реализацией, у нас возникли некоторые сложности. Например, должны ли дырки в задней части башни увеличивать обзор во все стороны? Или их вообще будет загораживать заряжающий? В общем, такие вещи очень сложно просчитать. Но по твоей наводке мы внесли на рассмотрение возможность мехводу продевать ноги в отверстие в нижней лобовой детали в случае повреждения оной и помогать танку двигаться. В общем, спасибо за идею. На этом с письмами, да и вообще у меня все. Команда «Пока все в танке» говорит вам большое спасибо за то, что весь год смотрели, поддерживали и смеялись вместе с нами. Ведь эта передача для вас и про вас. А с вами, как всегда, была Ася, и это, пожалуй, все интересности на 2013. Больше клевых выпусков в следующем году. Нихао танки хоу. Запишите на видео себя любимого. Специально для передачи «Пока все в танке» придумал частушку. Ну, чего добру-то пропадать? Смотрим. Еду я на Т-50, чится он быстрее телят. Танчик взял на выходных, прикупил гусей блатных. Помрать! В этот трудный час судьба матушки России в ваших руках. Я сейчас не сыграю, как Штраус. Эй, друзья, давайте победим сейчас. И будет все окей у нас, и много серебра. Мне очень нравятся 2 вещи. Нагибать. И когда у меня это получается. Нагибать я уже умею. А что-то получается, это у меня пока не очень. Мы отыскали победителей. Это Су-26, ТОК-2, Маус, также легенда Ратте, также у меня еще есть маленький автобус. Только не надо фотографировать свою кошку на фоне огня и писать, что это Хеллкэт. Видели, видели? Как я хочу в клан! Как я хочу в клан, ребята! Virtus.pro. Самый лучший клан, в нем состоит Брейкнек и Ван. Популярных вопросов по-прежнему 2. Как заливать реплеи
и когда следующий выпуск ВБР. Сегодня мы узнаем, чем занимаются танкисты на пляже. Thank you.